Все, замерили мы размер на первом этаже до от этого гвоздя до стены. И теперь будем мерить, что здесь получилось. Получилось сколько? 195. Ничего себе. Чуть ли не 2 метра получается, да? Да, да, да. Ну, у нас... Ну-ка, придержи рулетку. Вот, 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 дай на меня еще. Вот так получилось. Это вон там стена получилась. А у нас там есть это, что у нас там есть? Крыша туда спускается, да? Под углом, да, у нас? А там еще пространство есть. Отсюда туда, где-то. По всей высоте, вот, то есть у нас идет, да? Высота по всей высоте. Вот где-то она же уклоном, да? Уклоном, да. Так, а нам нужно, вот смотри, теперь от той стены, вот что мы сейчас вот замерили, 1,95 м, теперь от той стены нам надо взять 1,30 м. Да. Ну-ка давай-ка возьмем, посмотрим, где у нас площадка будет. Опять вытягиваем ее. Давай вытягиваем. Еще стоп, 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 все. И 1,30 м где будет? А там до стены еще расстояние есть. Так, вот 1,95 м. 1,95 м. А мы мерили. А мы мерили от стены 1,30 м. Вот она. Где? Вот посмотри. Палец покажи, 1,30 м. Да, вот этот 1,30 м. А тут 1,95 м, здесь 1,30 м. Вот здесь у нас и должна быть начинаться площадка. Вот здесь у нас. Вот здесь все. Вот здесь у нас площадка второго этажа. Ну да. Ну, вот это провод положен. Все, вот здесь площадка. И вот смотри, что у нас получается. А вот эта косаура, которая идет с первого этажа, она длиннее, она будет уходить аж вот сюда. Значит, размер косауры, даже вот отсюда надо брать. Вот отсюда нужно брать. А, потому что у нас пол-то высокий от того потолка, который мы мерили. А здесь вон какая высота получается. Вон она огромная. Вот смотри, вот здесь у нас площадка. Вот здесь что можно сделать? Вот с этим углом. Вырезать. Можно все это дело вырезать. Все это вырезать. Вот видишь, проблема какая. А у нас да, площадка. Проблема. У нас площадка идет от этой стены. И вот так идет. Вот так площадка идет. А здесь вот мы зашли. Зашли. Стояли вот здесь вот и повернулись туда. Ну, мне кажется, и нормально, в принципе, здесь разобраться. Отсюда, да? Да. Вот эта площадка. Остается оттуда вот сюда. Да, это стена. Мы можем спокойно зайти. Примерно на сколько остается? 70. На 75 сантиметров. Отлично получается еще площадка. Обшивка, ну, этот. Да, обшивка стены, это все будет. Приемовка. Ну. Ну, 70. 70. Давай его 70 берем. Можно сделать таким вот образом. Все это переделать. Можно вот эту стену оставить. Убрать вот эту стойку. Она не нужна. Вот эту стойку. Там, конечно, закрепить доску. Вот смотри, сейчас. Отсюда до туда. Да, совершенно верно. Вот здесь сделать вырез. Вырез. Вот эту доску взять, положить и врезать. И туда, как бы, вовнутрь туда ее, соответственно, туда ее сделать. Будет жесткость для вот этой доски. И здесь нам нужно-то как вот эта стена, нам нужно на рост человека. Здесь можно даже закрыть вот это все, вот это закрыть, то есть стенка как вот это будет продолжаться, так и пусть продолжается вот до сих пор. А здесь можно углубление сделать, углубление сделать, и что-то можно решить вот с этой доской, чтобы с той стороны сделать утепление. Если бы у вас утепление с этой стороны идет, то теперь утепление нужно с той стороны сделать. То есть можно на вообще вот эту стенку, как у вас перегородка будет, я не знаю, вот в эту сторону идти. Здесь можно перегородка, вот здесь. А здесь? О, тогда можно вообще и вот эту стойку убрать, и эту стойку можно убрать, а доску врезать вот в эту стойку. Смотри, в эту стойку. Вот смотри, какая работа вот для лестницы получается. И там врезать. И чтобы жестко сделать для вот этой вот и для вот этой доски. Пусть эта жесткость будет. Вот эту стойку можно спокойно убирать. И вот эту убирать. У нас сразу же эта стена уходит туда. А эту стену
Там же у вас есть пустота же, правильно, да? Да, да. Вот там где-то, сколько пустота есть? У нас 1, 2, 3, 4. Вот ширина такой же пустота есть. Где-то 60. Снизу 60, а вверх уже уклоном идет. Давай вот так сделаем еще лучше. Вот эту стену уберем вообще, а ее перенесем на крышу. То есть у вас та стена, вот мы когда поднимаемся по лестнице, встаем на площадку, а стена у нас идет от крыши. Вот как у вас идет стропила, вот эти вот, так и стена и будет. Идеально будет смотреться и очень красиво. Но надо переделывать это все. Выхода больше никакого нету. Да, давай, отца, сюда. Нет, он и поймет, мы ему объясним на втором этаже, он это все поймет. У вас же здесь уже, здесь фронтон же тоже это туда идет же, да? Да, 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 вот это да, вышотная дошка. Она туда проходит. Да. Ну и все, можно это все убирать, прежде чем убирать вот эту стойку. Можно сделать временную подпорку и здесь временную подпорку. Вот эту доску убирать. Врезаться и это сделать жесткость. Жесткость намного лучше будет, чем вот эта вот доска, забита гвоздями. Намного лучше будет вот эта жесткость. Ну хорошо. И от этой доски пойдет, короче, таким вот образом и туда уходить. И да. У вас тут такое помещение будет огромное. Ну да, площадка будет нормальная. Просто она вот. Просто мы крышу будем смотреть с уклоном, вот но это даже. Перегородка, ну, вот эта доска, она вот так. А там же листья. Она вот так же стоит. Головы не будем дарить? Не будем вообще даже, будет идеально. Она, потому что у вас же крыша тогда оттуда идет же, правильно? Оттуда mm-hmm. начинается, да? Да, и, вот она. Ну, вот и она уходит туда вдаль. Даже помню, речи нормально. Не будет, да. Там даже можно утеплить, можно нарастить всю эту стену сюда. И будет все это тепло и отлично будет. Хорошо. Короче, вот эту стойку надо убирать, вот эту стойку убирать, вот эту оставлять. Вот это оставлять. Вот как в первом этаже комната. Вот от этого стойка. Вот у нас перегородка. Две должна здесь, либо здесь, либо там. И еще один дверь. Вот эта комната. Вот и так тоже будет перегородка. Ага. Первый, один, два, три комнаты. Еще один дверь здесь. Все, про это говорить не будем. У нас единственное, что мы знаем, что перегородка здесь идет. Все, так и оставляем. Все, идем на первый этаж. Да. А, знаешь, что нужно сделать? Мы же сюда не зря поднялись. Кувалдочку надо потом забрать. Да, да, да. Кстати, она пусть остается, мне нужно на первый этаж. Я все инструменты с машины возьму, ага. И пусть они у вас лежат, потому что я буду уже работать же. Да. Что я их возить буду? Я все, вот эту опилку буду убирать, чистить, пока не надо. Это не к спеху. Уберем вместе, все сделаем вместе, пока не надо, а то щели появятся и ну теплый воздух будет уходить, и вы будете мерзнуть. Не надо. Так, мы вот это узнали. Все, теперь будем узнавать длину этой косоуры. А так правильно говорить, если тут переделать, ну правильно, работа уже лишним будет, но зато красиво получается. Да красиво, и у нас лестница получается, вот в чем дело. Все, делаем только так, как я сказал, так и делаем, все. Ну ладно, на этом фильм пока заканчиваю. Пока.